Ёп. Продайте пласку на СПД. Все готовы? Все, давай, начинай там. Комик. А, мутант, боль и кто там еще ролил, когда я чекал 500 гп. Я не ролил. Просто сказал. Мутант не спекнулся. Конечно, да, мне же чекаю и не ролят. Бейте, босс. Да, можете этой хуйтой заниматься на трэш, но не на босс. Ты 40 кап. Ты чё? Какую-то обидку затаил, я же сказал, что типа на босс не надо, потому что я чекаю, мне неудобно. Вообще-то я выиграл 2к, у меня, ну типа, не надо тут. Ля-ля. Беги, малышка, беги! Эти сильнее, босс. Сука, блядь, я в клашмоке. Пидец. Ну что за промах? Вы поднимаетесь наверх. Слепы вниз. Так, смотрим, где падает. Падает между склепами справа. Падает между склепами справа, опять же. Так, стопнули по дальней скайпе, бейте. Звезду не бить. Слева падает. Не склепы бейте. Падает слева в склепе. Так. Эти боссы. Идите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Беги, малышка, беги. И один стакл вары настрой. Так, бейте, босс. Идите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Так, смотрим. Меточка. Метка на мне. Назовите, где падает. Назовите, где падает на мне метка. Сзади, между склепами. Ближе к не падает. По центру. Бейте правые склепы, центральные не бейте. Слева стороны не бейте тоже. Правые бейте. Слева далеко. Поставил звезду, бейте звезду. Только не сильно, не сильно. Справа далеко. Бейте правые склепы, все разбивайте. Разбивайте. Бейте все синдру. Первую сторону и давайте Геру. Геру, алло, шаманы. В сторону, маг. Дальше под босс. Лепитка под босс. Милики ушли. Кидайте стаки. Жалкая магия! Теперь беги! Вот, отбежали, бежим в следующую сторону. Вы
сторону. Плевайте, Ригеля, РДД. Чё там, забираешь, не? Метки, метку, метку следующую под босс. Под босса Вефа. И ушли. Следуйте стаки. Следующую сторону, в сторону. Там ни в чём, ни в чём, в сторону. Где там дотачки, можешь не забирать? Это босс всегда, и нет, в сторону. Ну, под босс нет. Это Мирон остался, убивается. Ты, Дима, я потом отойду на несколько минут АФК. Слышал? Да. Как защитник, коготь жестокости, осколок. Кинь защитника, пожалуйста. Отойду на минуту к телефону. Кинь защитник. Все, отошел. Дали быстрое убийство с Андрею, после Геры прошла всего минут. Куда идем? Да, убили охуенно. На кровь. Кто там? Ригель, Никчем, Алликос. Кто выше? Ригель выше? Да. Шаю роль. Ну, подкрываю. Где-то детали. Розетта, ты писал, что будешь ролить? А ты все равно ниже, даже если писал. Так, два защитника. Идем сейчас. Кровь. У танка хильц. Рохло. Роксус, ты дальше ролишь, да? Выиграл 30 и ролишь. Я, у меня еще 20. А, уже 20, да? Ну так к концу рейда, как у меня. Да не, хуй знает. Сейчас можно 30-ки долезть. У меня было 5к всего. Я начал. Чисто на ДС их жгу, блядь. Иди ва-банк, сыграй на 28к. На 28к. Ебать. Не, не бейте там никого, дайте я поставлю звезду. Ну там, 5к ровно. Как надо. Поднялся, пацан. Где он вообще? Мой банк. Так, звездочка. Кружочек. Сейчас я тебя найти не могу. Ромбик. И полумесяц. Значит, смотрите, Void, звездочка, старопера, кружочек, квадратик, дуду-питка и антихам, луну. Да-да-да. Только сейчас я скажу, когда бить, там ходит этот патруль. Давайте, идите, контрольте. Ой, это пиздец, хуёво! Еще и... А не, патруль не сагрили. Дайте войско, дайте войско. Да не надо, нормально. Большого, бейте, русского.
Хорошо. Ничхам, ты куда встал? Меня напулили. Это еще одно войско. Кого дальше? Трэш. Ну тактика, бейте тактика, вот он звезда. Бейте нам. Там круг будет тебе. А, ты сколько кинул? Я отходил. Как у тебя был-то? Ты проебал? Да, 8к. 96 нормально. Давай, блин, так. Ай, блядь. Я вечно найти не могу вот. Я вроде не хочу ниже двадцатки опускаться. Зима 10, король. Фиксы. Крест. Понял. Заберите это. Блядь, еще заберите, что за хуйня? Там баня. Эти павших там видите ромбик. Побил его слово, блять. Смотрел кто видос, короче, там... Ну, не мог, там. Там что это за новый стиль? Блядь, там в студии типы сидят, короче, и ведущий что-то говорит там, блядь, не знаю, не помню какой язык, и там, короче, микрофон одному дает, и он, короче, вот таким голосом тоненьким начинает базарить, блядь. Тот давай хохотать, короче, блядь. Тот что-то говорит, типа, блядь. Ну тебя хуй знает, что у меня такой голос, блядь. Тот ему в коленку тыкает, типа заебал, блядь. И хохочет, короче, сгибается пополам. Видел, кто это видел? Джерриан, забери кольцо. Какое кольцо? Маби валяется. Какое кольцо? Ну вон, из сухожилий. А сколько кольцо это стоит? Ну, до 2000. Можешь. 2000? Ну, танк поролишь со мной на 2000 или нет? Кольцо. Сколько оно стоит? Штука? Давай я поролю. Слышишь, Дима, а что будет дальше? Ты будешь аккаунты ролить? Кидай ролик. Дальше что? Давай квартиру. Давай на квартиру поролим. Давай. Квартиру поролим. Лото выиграл. Короче, давай поролим. Так чисто из любопытства. А ну генерал Ваня. Ваня, генерал. Кто я? Да, генерал. Ну, перепиши на меня квартиру, пожалуйста, я тебе скину. Ваня, голос Ваня, ролик снимай. На дачу, там, квартиры нет, домик на даче. Давай, кидай ролик. А, спасибо. У тебя дача далеко сильно. 16 золотых и дом двухэтажный. Как только на тебя... Я там в Забайкале, чьи там у тебя? Активировал. В Байкале, блядь. Роль тебе это кольцо. Кто там, Йоши 78 выиграл, да?
а не Дитария 95. Дитария надо было на 10к рулить. Не могу понять, сколько у мутанта столько голды, откуда? Он школьник, он с обедов закидывает. Да мутант не школьник, что вы поняли? А ты проиграл 5к? Нет, 2к. Ваня, ну ты чё? Так нормально, чё у меня там ещё есть 1010 на этом арте, 18. 17к, у меня вчера было 40. Блять, я никогда это не забуду, когда у меня 47к в сумке было. Пощупал их, да? Да, пощупал, потом проебал за два ролла. Аня, дай каску порога. Сейчас таргет тебя возьму. Я просто знал, я чувствовал, я просто уже хотел писать всем пока, но все равно мне жадность додавила. Дайте мне помог. Вы на покер играете, знаете, просто, да? Я тебе отвечаю, я думаю, сейчас мне опять два раза повезет, и я заберу 100 тысяч и буду доволен. Всем буду рассказывать, как я обыграл мутанта, вот в итоге рассказываю, как он меня обыграл. Все, я слился. Че, проебал? Мысли ты слился. На сколько? Уже 8к. 8к осталось? У меня 12 осталось, было 20. Ваня, ты тут? Да, тут. Так, Ваня, иди танчи там Келесета, а мутант, Сенсимилия, Валонара и Талдорама. Все, погнали, все готовы. Стой, подожди, Дима. Где Ваня? Ваня. Сейчас. Уже запустили Ваня, вас. Ваня, подожди, стой. Да стой ты. Босса запустили. А ты на ком вообще? Да я на точняке. Фух ты, блядь, на каких ты боссах? А, на одном. Блядь. Все, я тебе, короче, отдам долг, я у мутанта выиграл. Хорошо. Ну, пацаны, я же вас спросил не ролить, а агрить босса в это время. Ну, чё вы дрожите? Да нет, не до этого было. До пола ещё. Знаете, как подбивать, не забывайте. Все, миленький, уйдите отсюда. Точечно бейте Келесет. Зачем ты ее тянешь сюда, идиот? А там, не балуйся, блядь. Лагать начало сильно. Mm-hmm. Да, 300 или 400 что ли сервак пингует. За ролл. Ну, 300 пинг. Чем вы бьете? Цели. Ну, пустые цели, как-то пинг сервак 300. Я никогда не понимал ваш логик, ну ладно. Кинетику подбивай. На скол, говорит, стакал, блин. Заряжай вверх. Зарядка от души, прям. Чего мрёте, блядь? Ну потому что Вепа не умеет разряжать голема. Почему? Только появилась ДБМ крикнул. Я только побежал и сразу умер. Зачем ты в милизоне бьешь его? Вообще я не в милизоне был, я здесь у пеньках. Выхер рассосались. Моя
для прессов вообще слабый. Так, здесь да, просто пингует задержкой банутая. Минус 10 просто. Он 200 пинга по серву. 309. Ну, он прыгает просто. Тихо разбежались и... Давайте, чтобы не упасть, Розетта, подними Джейлис. Нам ДЦ нужен, и сразу ей маны влей. И антихам. Ну, пойдем на ман. Антихам. Понял, понял. Подбивайте кинетика справа, далеко падает. Подбейте, кто там, Виталий, подбей кинетику. Бейте, хочешь. Может, Еру? Не, не надо. Разряжай бой. Ау. Понятно, все. Че это было? Давайте, ло, кинетика падает, подбейте кинетику. Как ты там слова говорил? Ты не можешь. Если РЛ нормальный, то... Игрок не виноват, как-то так ты говорил. Ну да. Если РЛ нуб, то ни один хил не спасет. А чё я умер? Потому что пингует. Не, по-моему, шар на меня полетел такой, там хил какой-то еще стоял. Смак. Вы сможете добить, не? Не, там хилы расслались. Ну, можно добить, танк есть, есть. Кинетику только бейте. Бейте кинетику. Ой, бей кинетику, а не босса, что ты делаешь? Ты ничего не делаешь. Слушай, а что, хилится что ли? 4 ляма. Было же ляма. Не хилится. Дабл лям, блин. Ну хоть берсу посмотрим, если доведем. Бейте точечно кого-то там. Кого? Келесета. Бейте келесета точечно. Хильте точника. Кинетику бейте. Кинетика падает в центре. Ваня, там ядра как бы можешь взять. Какие есть ядра? Ядра. Автовубки золотые, да. И прольется кровь. Нормально, добейте. Бейте Талдораму сейчас. Трепещите перед... Талдорама и кинетику наверху. Ибо сила сферы питает меня. Дуты. Там далеко кинетика падает. Ясно все. Кто у нас остался? Боль. Прольется кровь. Боль, двое трюмов, блять. Ожог души. Милики, ебашьте кинетика нахуй. Ну, големчик, понятно, все сейчас кто-то умрет, блять. Големчик что-то странный, да? Смотри, всех убил. Короче, падает, потому что вы не умеете разряжать голем. А там, когда первые упали, я вообще не понял. Сейчас будем учиться набирать ренжу на босс. Там, прикинь, вот эти 10 человек упало, так они РДДшники все были, блядь. И потом, грубо говоря, я с Мураксусом или с кем-то, Шадоу Мордом стоял. Не было, чтобы не разряжал. Не стоило и отвлекаться. Милики тоже хуй знает, где стоял. Так ты хоть бы точку зашил. Вообще-то, если бы там... Велики упали около босса, прям под ним. Короче, начнем с того, что если бы Коля нормально спулил и не убило бы четверых, все бы было хорошо. Но он же не спулил нормально. Я ему говорю, пул, он что-то пиздит. Да я тебя попросил, не пульте, зачем он начинает? Босса уже спулили, когда встаешь в центре, типа... 74.
Ты подтвердил готовность, я сказал пул, кто-то подбежал уже к центру и начал спускаться в шар. И чё, я начал бить ЛП, ходил, смерти было, не пизди, а, блядь, там не сиди. Глупые смертные. Думали, Флом сдох от срыва агро, кто там еще сдыхал, какой-то лок еще сдыхал от срыва агро. Покажи мне это в рекаунте, что там кто-то сдох от срыва агро, покажи мне. Не, я не умер от срыва агро. Чё ты мне гонишь, я все вижу прекрасно. Но там было 2к хп. А ты? Там было 2 кп. Снова бой, вы чё? Они запустили боссов, решили там запустить. Так я знаю, что рез, но вот тут запущен босс, зачем? Понятно, все с ума нет, стейда. Босс уже, ну все, их убило. Пиздец, 250 пинга, это ебануться. А чё сервак пинговать стал? Чё, блядь, перекупили оборудование или чё? Их 100 открыли на третьем ловане, то я, наверное, и начал. На одно железо запихнули, скорее всего. Удаляйте нахуй их 100, блядь, все. Давайте задудосим их. Изи вин. Чё, у нас X100 открыли? Ну, этот Легион X100. Ты думаешь, они поставили бы на одно железо сайт? Не должны, по сути. Хотя хуй знает, да, игроков? Давайте добегайте, давайте футбол. Давай научимся ренжу держать. Дайте пристабав, пожалуйста, и лапу по райду, матан, спекайся танк. Не, не спекайся. Чё? Подойди. Не, не надо. Чек на пул. Чек на пул! Что не хватает, сам. Лапы нет. Дайте лапу по райду. Все, идите пуляйте. Готов. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Сам Лейн не победит. Пизда. Здорово всем, пацаны. Здорово. Здорово, привет. Давай. Я 20к слил. Куда? Мутантов. Я что предлагал, я тебе говорил, ну говорил, бля. За то, что он сделал вот эту карту типа Хардстоун. Ага. Я помню, еще 15 есть. Десятка на вар. А зачем? Подожди, профу что ли? Слушай, разбежались, срыв агро. Ну, да. Срыв агро. Нихуя, Джерри, он релит. Ебо. Так, танк хру. Не очень. Танк не очень. Эй, ты босс. Сука, Войт, лучше тебя РЛ. Ебать ты ущерб, нахуй. Босс. Бейте все этого хера, как его, килисета. Точечно. Злой.
Ладно, давайте другой план. Все, кто в рейде, сейчас покупаем билет и идем бить злого рейда. Ты купишь миньет? Ты хочешь отсосать у меня? Не, будем бить тебя 25 рыл. У тебя в прайсе есть такой этот пункт? Там одного войда хватит. Бейте кинетику, сказал Райк. Давайте кинетику, кинетика падает. Ой. Войд нахуй за меня будет, он Джерриона ненавидит, блядь. Так что все, блядь. Пацаны, три кинетики упали, в РДДхе вообще конченые, что ли? Балтику нулевку куплю, Войд, а то, бля, будешь шалить еще нахуй. Блять. Ёпта. Блять, а чё лук сразу? Дайте Геру, иди дайте Геру. Чё хэн не бьёт, блять? Сука, вашу мать, вы РДД будете бить кинетики или нет? Кинетика падает справа над боссом. Да видимо. Анроль, катушку. О, катушка Анроу, заебись. Блядь, когда можно это... зайти, пацаны? Мы просили что-то на совете, мы стали падать, блять, уже второй раз падает. То Вальку пофиксит, блять, то в совет. Ана, зачем ты двигаешься в темнице тени? Бейте все Валонар. Я вот не двигался, так кинетики падают. Пацаны, хотите прикол? Кнуты резку не могут убить. Ебать. Потому что пинг серва 300, мы тут сами падаем. Бейте все Валонара. Кинетику подбивай. Там мелких пофиксили, как они дамажат, нормально? Вроде давно их пофиксили уже. Не, потому что никто не ходил. Не, говорили, пофиксили. О, мелкие что ли? Но они чуть сильнее, чем раньше стали бить. Чуть-чуть. Как говорят. Но я не знаю. Но это не точно. Эти точечно этого. Талдорама. Килисеты. А килисеты бейте точно, да, перепутал. Называю двух РДД, которые сидят на трех кинетиках. Это Старропера и Дикари. Все остальные РДД бьют босс. Три кинетики, два охотники приз. Там можно спокойно подбивать, притом они падают красный мир возле их, поэтому я назвал эти ники. Не, ну там один четкий хант, ну то есть не Джерри, он, блять, может держать кинетику один. Не соло вообще никто. Кинетика падает. Может, может. Бейте все Талдорама. Талдорама, бейте. О, РДД подбежали от них. Сжигалем, блять. Упадем опять. Только стойте. Скорее всего, убегает из-за того, что лагает. Смотри, какой-то ваншот, видишь? Это вообще нереально. Так это просто лагает, ты понимаешь? Типа урон наносится, хилы не видят по ходу дамага, а он наносится в это время. Потом хоп, разлагал, а они трупы. Да не может быть такого, я вижу. Кстати, там, мы вчера были в рейде, а с пугами та же самая фигня была. Мы хуже пуков. Видишь, как вот это убивает? Это пламя пиздец просто сразу убивает. Убивайте ее. Валонар, Валонар, бей. Не знаю, у меня вообще не лагает, все идеально. Да не лагает, просто реально у него дамаг больше стал, да? И сейчас отпустила просто чуть-чуть. Да дамаг, да один хуй, ты смотри, весь рейд лежит. Боже, видите, 3% кирисета. И кто там сейчас? Фонар. Шар пламени, прям там 86 тысяч. Опа. Идут. Он тупо 80 тысяч ударил его. Кстати, кирисета искусить надо кого-то. Так это первый шарик сколько убил? Это рольт. Дима, я отойду пока. Рольт, нет.
жмите там пауш. Отойду 2 минуты, Джерри. Бутерброд сделать. Да погнали. Да пиздец, сервак лагает, это жопа. Да. Десятка. Блин, опять надо десятку выигрывать. Давай опять корол. Серверный пинг 200. Серверный пинг 200, ребята. Нет, 200 это нормально. Что там? Что там у вас? Все, я все слил. Ну да, то, вот что было все настолько помойный, что 200 пинга это нормально. Ты все уже проебал, да? Да, было 30, стало 5. Ну, я так и понял. То, что там так. Контроль, давайте, старопера, круг, этот, воин, давай, контроль звезду. Блять, давайте мутанта кикнем. Вот я смотрю на его эти улыбки, у меня, честно, жопа уже бомбит, нахуй. Че, убили, пацаны? Смогли? Контрольте, ебаный рот. Блять. Злой. Я 25к просрал. Ну контрольте, присты, чё вы стоите? Я 22к. Мутант поднимается на вас, это пиздец. А чё он делает такой, мутант? Ты чё там, обрыгался, что ли? Да сука, у меня вот такое ощущение, что он там сидит с ГМом какие-нибудь там коды. Да пацаны не могут остановиться, как я вчера. Я же вчера злой выиграл 45. Вы ролите, что ли? Да. Пацаны не могут остановиться, как я. Я вчера выиграл 45к и проебал. Это вы играете, типа, если выкидываешь выше 60, то он удваивает? Не-е-е. Просто ролик голову, то больше выкинул, тот выиграл. Да. Чё, Мурат, пиздец? Да, вообще двоечку кидаю. Надо вот на самом деле ему двоечку накинуть. Душу, ты же все проебал, да? Я уже в минус ухожу, ебать. А ты в минус? Не, вы чё там, на мутанты что ли собрались? За мутанты и двор, стреляю в упор, ёбку. Слышь, тут мутанты нас уже обул, ебать, на 50, на 70 каждый. Всех на голову надо. Бля. Да это хуйня, ладно, голду, как он это кинул, блядь. 2К, давай, мутант. Макрос на, блядь, раскоп, блядь. Надо песню, походу, записывать, это как этот, как Азина, блядь, 777, мутант казино, блядь. Мутант, пидор, три топора, блядь. Я отойду еще на 2 минуты. Поднял два другие места. Блин, забагалось. Релогнись, я релогнусь. Мутант, давай. 2 минуты отойду. Надо оставить себе на починку хотя бы. В рейды стали брать, блядь. Не, Войд, не канает. Смотри, пишет. Ты... Мутант, как поднять голда? Бибо подминку дал в РК, говорит, блядь. Пиши. Сык. Сейчас он там накатает. Что-то, блядь, другими стали дела. Мутант обрыгался на гроб у сюда. Блин, было 5к, потом было 30, сейчас уже 2к. Это азарт, хуевая штука. Блин, попробуй мне кинуть мутант. Просто опьянила победа. А вы по сколько играете? По 2? Сначала по 2, по 1, по 5, по 10 и дальше. Пацаны по 20 проебывают. У меня нет, не получается обмен сделать. По косарю вполне нормально играть, хули.
Ну, я так и начал, пока, знаешь, потом уже, когда двадцатку у тебя стал, такой по 5. Я надо было на 30-ке. Остановиться, да? Но он Джерина не послушал. У меня ситуация покурит. Бля, знаете, что я скажу? Мутанту вообще похуй. С ним Бибоп, блядь, его любовник поделится голдой с ГБ. Так что все нормально. И даже если он проебет, все будет заебись у него. Поставьте джипс, пожалуйста. Бол, блядь. Просто 500 Г и войдят в жал. Цель, сколько можно АФКшить, а? Поставьте джипса, пожалуйста. Или хламобота, что-нибудь. Нет, Джерион, это трейд на 3 часа. Ну там на 1 каргу. Не знаю, насколько это трейд из-за пинга сервера. Я даже сейчас не уверен в 3 часах. Так, пацаны, еще раз говорю. Просто вот смотрите в РК, предупреждаю. Если я сейчас, сука, чекаю, просто сука, и вы кто-то ролите, я просто накину вам 1000 ГП на ваших чарах, отвечаю. Заебали, блядь, пидорас. Не тыкайте, не тыкайте ничего. Не кидает никто рот, заеби. Да правильно делает, нехер тут, чё, пришли роллы кидать, идите в долраны кидайте, и так уже стоит. Всё, заумница, там сколько. Ваня, а? Всё, погнали, танки давайте, раз, два, три, танки. Танки разобрёл, да. Ваня, ты где? А, всё, бегите. Чё? Кто-то прилетело, откуда-то. Я вообще её даже не видел, откуда она прилетела. Пойду водички, пока налью, схожу. Началось, блядь. Ты где сырнул-то? Ну, понятно. У тебя не получилось. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Пак, там сбегайтесь. Есть пак, там сервер лагает. Бежом, беги. Я пока не могу прочитать это заклинание. Как вам такое? Мы сбежались в центр. Думан глыбу. Ну чё, да, пацаны, есть изменения? Да. Поднялся? Нет, остался. Сколько? Было пять, стал один. Гайтесь. Антифир дадите, ни на кого не давайте антифир, я сам сниму. Смотрите, взлетка. Бутан, три топора, блин. Жесть лагает, давайте Геру. Ну, Сакху дал, короче, дефы прожал, пошел дальше, покажите. Не, давай наоборот, Ваня. Идите с пактом. Прочитайте это заклинание. Страдайте же! Это заклинание.
чё, рост-то будет или нет? Уже прошел. Нет, вообще слабо как. Потому что серп пингует. А до сурке как? Нормально было или тоже ладно? Угу, нормально, нормально. Нормально, нормально. Сдвигались факт. Же. 235 пинг, ёбнуться можно. Если кто-нибудь знает... Бо шток недавно, чувак, а тебе... Блядь, чё это? Боль, чё это за хуета сейчас в центре? В мили-зоне, чё? ХП надо, на ХП надо. Не умирайте, блядь. Короче, я вот здесь ее потанчу. Давайте, передавайте там укусы. И что пингуешь, надо в мили-зоне так разливать луж. Такое. Это, кстати, кто ставит вообще на ставках на спор? Блять, Ваня, где твой вар, сука, щит упал. Есть кто ставит? На Ваня же пока. Алло. Есть кто ставит на настоящие деньги на спорт? Да. А ты? Чё ты говоришь? Ты ставишь на спорт, нет? Да. Да, нет. Да, да, да. А ты где ставишь? Мильбет, по-моему, называется. Я вот сейчас думаю сделать свой марафон. Ты кому-то покоритель? Там никто не играет, сейчас нормально. В смысле? Не, так это пофигу. Я вот сейчас сделаю небольшой марафончик. Так я вот думаю, с кем бы поставить. С 1000 рублей подняться, ну, хотя бы на 1010. Да завтра только там матчи будут, завтра хоккей будет, там США, и эти наши играют, Россия. Не, я сейчас со своими аналитиками буду ставить. Так я вот могу кому-нибудь еще позвать. Ну вот, мы сегодня сколько сами на работе поставили, по-моему. Он поставил двушку, я полторашку поставил, короче. И там одного гола нашего не хватило. Если бы забили, то выиграли бы. Сколько мы? Не помню, по-моему, 7 или 8. Не, ну я лично ставлю по 10 тысяч. Там, по 8, по 5. Ставить та же хуйня, как у мутанта рулит, да? Не, я по-другому действую. Я не на линиях смотрю, а на вилках. То есть я вилкую и так вот зарабатываю деньги, но на линиях тоже бывает ставлю. В основном хоккей. Это как типа двумя персами ролишь, да, против одного? Да там рассчитывать надо, там просто так же ты не будешь сканер уёбку. Не, ну это понятное дело, так у меня есть сканер, зачем мне рассчитывать? Это сканер за меня действует, моя цель только поставить себе и всё. А мы сегодня... Ты чё, на последний забираешь? Мы сегодня на какую-то парашу в баскетболе, короче, поставили. Ну там по хуйне что-то по 400, короче, прикинь. А там коэффициент был, по-моему, 10. 4000 выиграли оба. Я добью 2 минуты. Вот последний раз вот ставил. Я, блин, сколько, где-то 30 тысяч что-то просрал. Бляха, там не повезло дико. Еще поставил 9000, ну, там видишь, тоже. Мы-то не ожидали, что у нас зайдет ставка вообще. Но они там проебывали что-то там 30. 66, по-моему, сейчас. Сегодня, кстати, хорошо сыграли эти россияне со Словении. Да ушлепки, ушлепки. Они один гол надо было им забить россиянам, они и не пропускать, блядь. И у нас бы нормально все зашло. Ты мутант, я тебе там, если что, половину скину, остальную половину потом скину. Если я не успел еще скинуть тебе до конца. Если что. Чего не потанчил, отойду на 2 минуты. Я вот думаю вставить, ну где-то в основном к 5 часам вот так вот быстро вставить.
Мне кажется, с 1000-10 000 поднять не получится. Там счет коэффициента будет зависеть. Ну, пацаны, вот я вас смотрел, они делали марафон с 5000 поднять миллион. Они, сколько, так, с 5-го марафона они подняли вот миллион. Я вот глянул. Это за целую неделю. Там раньше что, все проебал? У меня 500 голды осталось. Сколько? 500. Охуеть. Че за рисунки 30к? Я пока зайду во второе окно, мутанту перекину деньги. А еще рейд куда есть? Всем здорово. Мысль начать фармить голду меня не отпускает. Как фармить? Копать руду, траву? Ну да, тебе вся эта херня заниматься. А потом отрежет. Ну, кто знает, может поднимусь. Кроме мутанта больше никто не поднимется, да? Ну, понятно. Не, ну а чё, я зря все кровь качал. Мутант поднял голда, другими стали дела, блядь. Бибо в админку дал в РК, блядь. Пипса. Почему, кстати, сфера рыцаря стоит, я вот не помню. Сотка. Тут пока деньги перекину, так мне уже легче продать. Я забираю, готов? Сейчас заберу, я отходил, я забирал. Эти мелких сразу, а то они собаку могут напулить. Ну и там АОЕ урон повышают. Так, ну у меня еще вроде полтора куска есть на хансее. Че, вы играете на ролл что ли опять? Были сразу 10, 5, 1к, давай. Короче, ханта отдал. Так, ну эти мутанты уже перекинулся, что 17к. Уже. Чуваки еще докинут мне голды, и я тебя. Да, я сейчас сумею. Перекинул уже. Мутант, говори, выкачивай. Мутант, давай на 100к, а если я, короче, выиграю, ты мне 100к, если проиграю, то я, короче, офрюсь или упаюсь идти. Джерри, он го ролить на то, что ты в обычку завтра пойдёшь? Я не пойду, потому что я иду в кино завтра, я завтра буду. Смотрите, кто-то на левую сторону, на правую. Чё за кино, кстати? Пантеры чёрные. А уже вышло, что ли? 51 серо. Я уже слышал, кстати, что будут опять выпускать новый форсаж. Да. Так они смотрели. И еще. Они, короче, форсажи, блядь, прыгали с самолета на машине, это хуйня. В следующем форсаже, знаешь, что будет? Они в космос нахуй полетят на машине. Будут на Луне ездить, блядь. Серьезно? Пол Уокера. Будут рисовать компьютер или нет? Будут, блядь, будут вообще. Будут, да? Рисую, бедный чувак, ну умер уже, нахуй его трогают. Вообще зачем, я не понимаю. Ну там братья же его. Не, ну понятно. Ну там брат похож есть, кстати. Реально есть.
5 хилов, все нормально, давайте на ренже. Раз, два, 4 шипа, сова, это 5. 2 лока, это 7, хант 8 и протопал 9. Но поскольку у нас сверху где-то дрочит, значит будет на ренже Мараксус. Давайте чекнем бафы готовности. Ну что? Я так обижен жизнью. Значит, вепа на ренже. Дайте интеллект маги, пожалуйста. Спасибо. Дайте шкаф с умнём веп. Боль, дай шкаф. Как получается сейчас голем этот работает? Шар должен бежать. Боль, дай, пожалуйста. Вон он шкаф. Типа он через людей должен пробежать, да? Типа человек 10, да? Чем больше людей, типа тем меньше дамага. Ну это пов, так. Так он вроде получается работает нормально. Тыкните на сум. Чек. Не нормально работает. Еще раз говорю. Таблик под босса 4 или как? 4 шипе, хант, 2 лока и сова, и протопал. Все, все готовы, иди начинай. А, кого? Я иду, в Мелизон иду, Маракс. Да, 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 начинай. Пинг, блять, под 400 скачет на это, ёбнусь. Ну, перезагрузка через 10 минут нормально. Та уже месяца два, наверное, такая херня по вечерам. Подожди, встань под босса, а куда ты на ренжу вылез? Перебегайте. Человек говорит, проф тяжелый. Не, после старта нормально. Слизь снова потекла. Еще не готов. Зайдитесь. 9 минут перезагрузка. Ну, успеем пойдем. Там тапки упадут, и там упадут. Не надо. Там прут может два раза прожмёнул. Двойную будет сначала до рестарта, потом после. Сам внутренне. На рейндж выходи, Shadowmourne на рейндж. Я, в принципе, должно сказать, там сразу бегите и всё. Пижон пока подымай вверху. Надо, я красный. Толку ноль. Не надо поднимать вверху. Да надо или не надо? Нет, я красный, не надо. А чё с тобой? Поломанный шмот. Старопер. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Я пока не могу прочитать это заклинание. Мутант, сколько у тебя уже голды? Пою на хп. Взрыв, разбежались, взрыв. Да что ты ко мне его водишь? Пизда. Вы чё, сука, отбежать не могли от мест, где вы стояли, и вы рано побежали, сказал раз.
валям. Стойте на рендже, то там убьют. Все стойте на рендже. Там за 5 секунд уже напали, а ясно. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Дерьмо упал. Ого! Да я... Чип не упал? Да. Что, дингуем бить чип? Пошли лопаться. А сколько времени у нас? 6 минут. А может быть лопаться, а то за 6 минут с этими лагами. Да не, убьется. Подождем этого. Подождем. Ну, это выполнен. Подождем. Я пока подумаю о жизни. Только не заходите за дверь, а я подумаю, как мутант. Как ты до такого докатился? Да. Хрена, не услышал, что мы бьем или нет? Нет. Не, не бьем. Да, ну я пошел в кашечке. Только не на час, Вань. Окей, минута 40. Вань, ты не забывай, ты танк.